Всех приветствую на канале Ярославский огород. За окном 12 июля, вторник. Это значит, говорим и показываем кукурузу Хони Бентам и Мегатон. Повторюсь, что центральное внимание моего канала сезона 2020 уделено выращиванию кукурузы. Кукуруза растет отлично, как ввысь, так и вширь. Листья приобрели темно-зеленую окраску. Слава богу, на них никто не покушается. Ничем не обрабатываю, только активно подкармливаю азотом. За полтора месяца провел 3 азотные подкормки. Две из которых аммиачная селитра в пропорции столовая ложка на ведро воды и одна зеленое удобрение в пропорции 1 к 5. Жду отличного урожая от царицы полей в сезоне 2020. Всем спасибо за просмотр. Новые видео каждые вторник и пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!